Ну что, всех приветствую, Tap-Tap Heroes, пятница, череда обновлений. Ну как обновлений, просто ивент, никаких добавленных новых функций нет. Все у нас по-прежнему. Пробиваем гоблина. О, на элиту попал. Набил урона на элиту аж, вот это да. Но в 100 лучших еще не попал. Окей, так, ну что у нас здесь? Легендарные руины вместе с вот этой Фемидой. Так, сделка гоблина. Ну, порадуй нас, гоблин. Подтвердить сделку. Давай ключиков. Отлично, ну опять будем здесь, я думаю, эту сделку проводить. Осталось попыток сделки. 4. Это, я так понял, за сегодня, да? Потом каждый день добавляется попытка. Так, ну, в чудо-древе у нас все стандартно, ничего здесь нету. Закалка. Ну-ка, допустим, такое. А, ну у нас нету пока что этих вещей. Ну, зато есть 10 тысяч вот этих вот. Как их называют, артефактов для преобразования, для такой вот штуки, чтобы ее повесить на персонажа. Ну что, пойдемте призывать, благо у меня слоты есть наконец-то. Кто не помнит, здесь нам сделали большой подарок пару недель назад, а может даже уже и месяц, наверное, добавили всем слоты. Сейчас я покажу вам. Наверное, все-таки пару недель назад, потому что мы еще вот этот ивент не смотрели, а он каждые как бы 2 недели повторяется. Вот, смотрите, слотов добавили 375 стало. Практически, да не практически, 95 у меня свободных ячеек. Вот, будем сейчас пробовать кого-нибудь тянуть. Может даже есть здесь что-то. Вот. Тир-лист прошу, кто хотел, по топовым персонажам на сегодняшний день. Это огоньки, это проголосовавшие за персонажа. Но это тир-лист по арене, это по омуту, ну это по мародерству. Против вот этого мародера. Топ-пачка. Вот, ну а мы, соответственно, сейчас пойдемте призывать. Пробовать будем сейчас различные варианты. Ну, я имею в виду, что из сундука можно парочку попробовать вытащить, пятерок. Ну, можно и не тратить, в принципе, ключи. Оставить их на ивент, опять же, с сундуками. А сейчас просто попробовать фрагменты открыть пятерок. Ну, то есть здесь мы можем открыть либо фрагменты, либо элитных, либо там всевозможных. Ну, давайте откроем вот так вот штучек 10. Традиционно. Получаем рыжих, получаем фиолетовых, один синий, 2 зеленых надо. Хорошо. Ну, давайте 2 зеленых вот этих. Потрошитель, да, нужен он. И один синий, ну, допустим, вот эту дамочку. Вот, она тоже у нас легендарная, Мулан. Так, ну и остался Рай-Ад. Здесь у нас выбор богатый, в отличие от других игр, где у нас есть трудности. Здесь мы свободно призываем вот этих ребят. Никс, 2 Никса. Но опять же, в принципе, я считаю так, что, допустим, Никсов мы сейчас будем вкачивать, вот,
Ну и, соответственно, надо и остальных тоже поднимать, потому что один никс ничего не значит. Так, где он у меня? Вот. Есть у меня. Благо, возможность. Вы хотели контент. Вот, качаем. В прямом эфире до 4 звезд. А может быть и выше, сейчас попробуем. А, 2 надо, да? Значит, мне еще одну копию надо никса. И мы выкачиваем его до 10 звезд. Ну и там будет вообще мясо. Так, ну давайте его сразу вкачаем полностью. Потом накинем на него всевозможные крутые артефакты. Давайте здесь апгрейд сделаем. Вот так поставим. Ну и по идее мы закрыли ивент, получили Фемиду. Ну и пойдемте призывать мое любимое чудо-древо. Икс, я не помню сколько, 50 надо или 60. Постоянно забываю. Ладно, давайте 60 сделаем. Боксим, сегодня гуляем. X60. Как раз у меня есть свободные клетки. Свободные чудо-сферы. Так, ну что, первый мимо. Давайте второй. Ну, предлагаю до какой-нибудь пятерки интересной. Вдруг никс выпадет. Всякое бывало. Мы бы тогда сразу качнули. Просто остальных я смысла не вижу призывать. Ну, я имею в виду не рай, ад, а каких-то других, потому что у меня их завались. Различных пятерок там. Так, получается 40. Ну вот, между прочим, смотрите, кто выпал. Голиар. Но у меня здесь есть вот еще вот такая вот тема. Бальтазар тоже довольно-таки редкий персонаж. Не, можно, в принципе, попытать счастье вот здесь вот. То есть, когда у нас алмазный сундук, а сегодня у нас как раз никс в заявке 3.85. Ну, конечно, он не выпадет. Давайте 3 ключа бомбанем алмазных. Коль пошла такая движуха. О, это дельный персонаж. Так, давайте еще. Еще один, что ли? Да ладно. Офигеть. Вот это удачно. Ну, это фуфло. Лексар, честно сказать, фуфло. Так, какой процент стоял на него? 7%. Ну, вот это очень крутой персонаж. Ик. То есть, ух, достойно. Достойно. Брюнхильду бы еще вытащить. Ладно. Так, давайте продолжим. Еще у нас 20 призывов. Ну и все. Но все-таки дали. Световика. Ладно, получаем. Наборы всегда нужны в нашей деятельности. Ну, на этом все. Всем пока-пока.